Ужесточить контроль за рекламой медуслуг в соцсетях предложили мажилисмены. В депутатском запросе на имя вице-премьера Тамары Дюсенова, член Нижней палаты парламента, Гульдара Нурумова отметила, что из-за неконтролируемой рекламы казахстанцы все чаще становятся жертвами псевдоврачей. В качестве примера народная избранница привела гибель ребенка от некомпетентных специалистов Алматы. В частной клинике ему назначили одновременный прием 22 лекарств и 7 капельниц. А вот жертвами лже-косметологии, по ее словам, недавно стали жительницы Астаны и Тараза. Куда смотрят контролирующие органы? Департаменты здравоохранения, комитеты контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, в конце концов правоохранительные органы. В связи с вышеизложенным считаем необходимым обеспечить контроль рекламных объявлений в социальных сетях, рекламирующих оказание медицинских услуг, усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.